Той номер. И это уже припевается кому? Уже надо мужу с женой. Вот можем хоть Игорю припеть. Игорь, хотите вам припеть? Вот. И ваша супруга есть? Вот. Припоем, значит, вот Игорю с супругой. Тут имен нету, поэтому... Но это уже напев смотреть другой, и уже будут слова другие. Только единственное, тоже виноградие, поскольку припев. Спасибо. Ну, все готовы? Вот с рукоделием все хорошо пришли. Сейчас уже добылин, скоро дойдет время. Надо будет рукодельничать. Пришло клядалика, но на рождество виноградья. Каноны кляды, да упала порожка, виноградья, красно-зеленые, что по этой порожке клядовшечки шли, виноградья, красно-зеленые, сочели из каля богатого двора, виноградья. Шелковая тропа, виноградья, красно-зеленая. А шелковая трава да серебряные тены, виноградья, красно-зеленая. Что на каждой натынинке по замчужинке, виноградья, красно-зеленая. Что в этом во дворе, да нет хозяина в доме, виноградья, красно-зеленая. А хозяин-то уехавший в Анов-то город, виноградья, красно-зеленая. Он суде-то судить, он ряды-рядеть, виноградья, красно-зеленая. Он судов приедет, да по 100 рублей везет. Виноградья, красно-зеленая. С рядов-то приедет, все по 1000 везет. Виноградья, красно-зеленая. К доброму пыканю, виноградье, красно-зеленое, дочерям даем везет к золотому пывянку, виноградье, красно-зеленое, а жаны то он везет все конье да шубом, виноградье. Сапоженькам, виноградье, красно-зеленое. Не томите, подарите клядовщичков. Виноградье, красно-зеленое. Или чарку вина, или кусок пирога. Виноградье, красно-зеленое. Или с печи пирогом, или с клети решатом. Виноградье, красно-зеленое. Вот, это уже пскрещи. А это, наверное, южный район, да? Вот тут чувствуются белорусские. Псковская. А да, Кантамак. А что? Ну, а совсем рядом в Беларуси там, районе, да, там очень похоже. Тут вот, например, Колядовщичкыв,
Ну, в общем, это такие... Плоский говор. А естественно, у нас же все знают диалектный континуум. То есть нету резких граней между языками. Они плавно переходят, ну, да. Белорусский и русский. Поэтому пограничный говор русский и белорусский, это по сути можно их объединить было и в один язык.